Всем привет, с вами Александр Донченко, команда Freestyle Team. Сегодня мы рассмотрим креативное и очень зрелищное комбо. Вы также можете его комбинировать по-разному. Оно разнообразит ваш фристайл. Первое. Для начала вам нужно удерживать мяч хорошо на футстайле. Второе. Уметь стабильно закидывать с футстайла назад. Третье. Стабильный драгонстайл. Это комбо не очень сложное, как кажется. С хорошо прокачанным драгонсталом вам не составит труда сделать его. Так что тренируйте его, друзья. Всем спасибо. Надеюсь, вам поможет мой туториал. До встречи.